Ки здорово. Мы никак ее доделать, зараза, не можем. Будем доделывать все вместе. Вот. Сыр трем, колбаски нарубали вот. Ну, колбаски маловато, конечно, еще. Начался. Началось! Вот он молчал, когда я включаю камеру, все. Он бежит. Ему надо свои 5 копеек втолкнуть. Молчал до этого же. Молчал, ходил. Ядреным бубатом. Все. Сыр. Мы делаем по-своему. Вы делаете по-своему. Меня, пожалуйста, не надо учить. Я сама кого хочешь научу. Поняли? Надеюсь, вы меня поняли. Вот так. Мы это все перемешиваем дело. Мы всю жизнь так делаем. Нам нравится. И потом укладываем. Потому что так, если его положить, а потом слоями помидорки, нам так не нравится. Сами так готовьте. Вот. Мы для себя любимых так хотим. Да? Вот это вот мы сейчас потеряли, это оставили на потом. Туда же можно положить. Вот. Потеряли мы, потеряли. Зарин, садись. Ну туда залазь, там через туда проходи где-нибудь. Вот у нас уже еле-еле мы тут его разделали, раскатали. Это у нас, это плесень, блин. Это плесень срезали с сыра. Плесень. Уж без плесени никуда. Вот сюда садись, моя хорошая девочка. Поближе к маме. Не снеси только мне ничего. Аккуратненько, она уже девка у меня. Халат одела этот. Покажи свой халат. Тебя не видно. Так ты сядь. Вот. Здрасте, скажи всем. Здрасте. Это я, скажи. Да. Кто меня не знает, скажи, я Зарина. Да, Зарина. Вот. Мы тут решили немножко, скажи, побаловаться. Да, Заринка? Да. Пицца сегодня у нас, скажи. Пицца у нас сегодня с плесенью. Скажи, пицца сегодня с плесенью. Плесенью. Молодец. Все, мать. А сегодня Заринка кулинар. Вот у нас сегодня Заринка кулинар. Вот, видали? Берем помидорку. Яичко еще нам надо будет. Яичко. Яичко надо будет. Смотрите, фокус. Смотрите. Мы теперь будем делать пиццу с Заринкой Молодолинкой. Поняли? Прошаренный ребенок. Заринка Молодолинка. Да, Заринка, Мандаринка. Если вас зовут Заринка, Молодаринка. А Иринка как? Иринка Бананчик. Бананчик? Да. Нож тупой, представляете? Нет, подожди. Мы сегодня делаем... Ну, у меня и нож, ребят. Ты будешь принцессой. Спасибо, Заринка. В эту же кормушку все скинули. Так, подождите, у меня нож-точилка есть. Мне тетя Света приходила в гости. Нож-точилку подарила. Вот нож-точилка, тетя Света ваша. Такой нож, наверное, нельзя точить. Я не умею, правда. Зря я тебе показала, наверное, да ведь? Да. Да. Все ножи у меня дома будут, наверное, наточены, да? Да. Он и не спорит никогда. Тебе нельзя, и ты... О! Тетя Свет, спасибо. Спасибочки большое. Тебе надо, спасибо. Даже ты сам сказал, тетя Свет, спасибо. Спасибо. Стеснюшка ты. Тетя Света приходит когда? Все, тетя Света у нас бедная, мне жалко ее. Он от нее никуда. Вот так вот. Да, тетя Света? Да. Полюбил он вас. Да, мама. Да. Да. Дети, потому что видят добрых людей, чувствуют. Мне так кажется. Вот. Мы вот такую сейчас кашу. Отворачиваются, когда кашляют, Зарина, и ротик прикрывают. Не забываем мы об этом. У тебя ладошка для чего? Там нету ничего. Значит, надо ей прикрываться. Вот. Помидорка тоже сюда. Так, еще одну можно сделать, посочнее будет. Сейчас
забыла, что хотела сказать. А ты ничего не говори, чтоб лишнего не сказать. Тоже моя очередь. Твоя очередь будет раскладывать все на пиццу, ладно? Потому что тут ножик, он острый, я тебе не дам резать. Тут потому что мама все режет, режет. Я тебе дам яичко разбить и перемешать все, ладно? Мы начинку делаем... Ножик научился резать. Ну, все равно надо аккуратнее. Яичко для чего добавляем, чтобы оно маленькое? Это потому что мы начинку делаем толстую, чтобы ничего не вывалилось, когда режешь. Не тоненькая начинка у нас всегда. Это я все уже нарезала что-то, обрезала сколько мне надо. Это на столечко. Лучок добавим даже. Я бы, конечно, грибы говорила, если бы я сама ела. Но я ее есть не буду. Даже лук мелко только острежет. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да. Он стал трясется. У нас все трясется. Мы едем Питю. Да. Мы едем Питю. Это тоже в кормушку. Теперь у нас есть укроп. Так, это у нас из-под плесени. Это тоже из-под плесени. Вот у нас есть чуть-чуть укропа. Мы тоже туда его долбанем. Укроп. Так. Пицца с укропом и сыром плесенью. Так, положил мою сумку на место. Так, это мы порезали, это мы порезали. Теперь нам что надо? Нам надо майонез и кетчуп. Берем мы кетчуп. Мы уже научились его открывать. Что надо вот это вот открывать? Это вот вскрывать. Ой, господи, боже ты. Ой. Не брызнули на нее. Эй, колбаску хочешь? Берем вот так. Ой, как она пукает. Она газанула, бедная. И прям вот так вот. Сюда не надо. Вот так вот намазать. Не надо, девочки. Не заморачивайтесь. Все в одно скидали нахер, вот и все. Открыли майонез. Зая, ты будешь мой помощником? Да. Держи вот это мусор, сходи, выброси в мусорку. Вот, держи хорошо. Ай, да ты молодец, какой у меня помощник мой. Ай, молодец, молодец. Я. И ты. Мам, все. Вываливаем полбанки примерно, вот так. Остальное туда затряхиваем. Закрываем, чтобы не заветрило. Пальчик можно облизнуть, ничего страшного. Вы от этого не потолстели. Калорий там нету. Берем ложку побольше. Посолим. Отключим. Посолили. За яичком быстренько сходили. Одно яичко достаточно. Можете, конечно, вместо яичка положить туда что-нибудь другое, но лучше яичко. Колбаска потерялась. Оп! Проверили, чтобы скорлупка не попалась обязательно. Все, можешь мешать. Давай, размешивай. Да, я это яичко раздолблю вот так вот. Смотрите, оно какое классное, видите? Оно прям тын-тын-тын-тын. Так вот ее подкидываешь и сюда. Потом опять подкидываешь его и разбиваешь. Давай хорошо так. Как миксер. Или Заринка миксером. Ну, как ты так ковыряешь? Подчерпывай из-под дна. Меня только не пульни. Через сыр подчерпнула. Ладно, давай мама помешает сама. Достаточно. Вот так вот. Все, мы маханули быстренько вот так. Сыром. Перемешать обязательно с сыром. Сыр их склеит все. Оно будет внутри, наружу и везде. А только потом, когда она изготовится, эта пицца, мы еще посыпаем сыром сверху. Для корочки. Сверху сыпануть надо будет, понимаете? Я захочу сюда сыпать. Сыпануть надо будет, да.
Вот, как вкусно. И вот эту начинку можно прям так лопать. Сабринка не видит. Слава богу. Что съела бы. Когда мало красноты, можете еще добавить. А что, лишним не бывает. Закрыли. Как пухнула. Да, это не я пукнула. Это она пукнула. Да, это кепчук. Так, отодвигаем. Так, Заринка. Сейчас будешь накладывать. Смотрите, у нас она опять съехала вся. Съезжает, блин. Он даже поднялась у нас. Мама, вот так. Так, Максут, нам вообще не лезь. Мы тут, девочки, сами разберемся. Ты просто погляди на нас. Какие молодцы. Мы хорошие. Да, какие мы замечательные. Молодцы. Теперь, Зарина, берешь и выкладываешь. А, блин, скорлупка попалась. Ну, стол никто не мыл, я на столе раскатывала. Давай. Давай, я буду держать. Накладывай. Только это надо делать быстро. Давай. Кидай. В угол, во второй в угол кидай. Давай. В другое место кидай, где лысо. Можно просто это делать вот так вот. Раз. Я знаю, как. Подожди, Зарюш. Вот так вот. Хоп. Это просто так будет быстрее. Разложил ее вот так вот. В уголки. Чтоб она у нас вот так вот. Это зараза, чтоб она у нас с тобой не вытекла. А тут у нас еще волос, смотри, попался. Вот. Я знаю, как вот так вот берешь, наклоняйся и вот так вот лоской. Да? Да, так быстрее. Я вот боюсь, что она у нас, чтобы не вытекла, вот эти края. Видишь, она у нас скатывается. Сейчас мы ее... Опять волос этот прилип к нам. Вот так вот мы сделаем. Кверху чуть-чуть. Ладно? Можно? Да. Чтобы она у нас в этих тоже была. Да что он ко мне прицепился, ядрен его батон. Он на ложке, господи. Ты знаменаешь от плесени. Устами младенца, как говорят. Нормально, что, Заринка? Ты вся в меня прям молодец. Кукиш, хрен где купишь. Вот так вот аккуратно везде распределяем. Я в тебя, мам. Я знаю, это у меня солнышко, потому что каждый ребенок должен быть в маму, не в соседку же. И Максутка в маму, и Сабрина в маму. Правильно, все такие же. Все в маму. Некогда еще в папу можно. Ну, иногда бывает и такое, да, Зарин, что в папу, не дай бог. В такого, как в нашего. У тебя папа хороший, Зарин, не слушай маму. Папа замечательный у тебя. Нет, по-своему. Мама хороший. Папу тоже любить надо, Зарюшка. Может, твой папа? У тебя папа другого никогда не будет на свете. Папа, он один. И так же, как и мама Зарина. Какой бы папа с мамой не были, они у тебя одни на всю жизнь. Понимаешь? Я да? Папу и маму люблю. Все, она уже папу полюбила. Маленько просто приподнять, чтобы она у нас не побежала. Она не должна бежать, она так-то не жидкая, но все равно запекаться вдруг будет, мало ли что. Я не люблю, когда она вытекет. Бывает такое. Вот и все. Вот. Раскидали, разровняли. И остатки. Спицы получились замечательные. Классно получится. Мы всегда так делаем. Очень вкусно получается. Она сочная получается. Сочная. Ой, веками двигаются. Вот это так лучше, она суховатая. Вот смотрите, как она получилась. Мам, тебе... Все, мы пошли ставить ее в духовку. До следующего раза я покажу, как она получилась. Не, не ладно? Хочу, достану вам из духовки. Все, посмотрите, короче. Всем добра, счастья и здоровья.